Полмиллиарда за Мундиаль. Завоевав золотые медали на чемпионате мира, сборная Германии получит 35 миллионов долларов от ФИФА. На 10 тысяч меньше заработали аргентинцы. Голландии, занявшей третье место, достанется 22 миллиона. Еще 20 получат бразильцы. По 14 миллионов заработали на Мундиале участники 1/4. Это Франция, Колумбия, Бельгия и Коста-Рика. Команды, покинувшие турнир на стадии 1/8, то есть Чили, Уругвай, Мексика, Греция, Нигерия, Алжир, Швейцария, США, по 9 миллионов. Остальным командам, которые не пробились в плей-офф, выдадут по 8 миллионов долларов.